Всем привет, друзья! С вами Болторез, и сегодня у нас новенький инди-хор. Подвал. Какой-то там подвал называется игра. К сожалению, не главного меню, а абсолютно здесь... Абсолютно здесь ничего нет, кроме закрывающихся за собой дверей. Ну, окей. Пойдемте прямо. Я так понимаю, этот фонарь я могу взять, чтобы мне было не так страшно. Хуй там. Мне будет страшно, ну ладно. Что здесь происходит? Что это за подвал? Почему я здесь? И для кого это пила? Подождите, ну это обычный гараж среднестатистического мужчины, который там может что-то сделать по хозяйству. Инструменты, цепи. Ну, отрубленных голов я здесь не вижу, поэтому ну чего нам бояться? Сейчас я еще проверю здесь все вот эти вентили, шкафчики. Очень странно, что на левую кнопку мыши я приближаю. Обычно, если такая фишка есть, то ее ставят на правую кнопку мыши. То есть, повзаимодействовать с чем-либо я не могу. На Q я вроде как еще могу влево на полшишечки повернуться. Ну, ладно. Не знаю, для чего это. Если честно, ни в одном хорре это мне не пригождалось. Итак, мы открываем дверь, и мы попадаем опять в этот самый подвал. Зачем? Смотрите-ка, ребята. ПТшечка. Не понял. Что здесь написано? Welcome? Ты совершил ошибку, не повтори ее снова. И нарисован какой-то бородатый мужчина, которого показывали по MTV. Ну, все это довольно странно. Еще и дверь, блядь, закрытая на цепь. Мне кажется, что в какой-то момент кто-то оттуда должен вылезти. Поэтому внимательно. Ветер гуляет. Еще и дверь. Так, ага, я что-то не сделал. Кто, блядь, окна не закрывает за собой? Что, воды сюда нальет? Кто потом все это убирать будет? Я, что ли? Да, хер оно мне надо. Что-то я... Тихо. Я говорил. Я вам говорил, ребят. Кто здесь? Блядь. Ну, конечно, хотелось бы присесть в дырочку посмотреть. А чё мы глазок-то не сделали? Хотя бы наблюдать за тем, кто там сидит. И почему я вообще здесь оказался? Ну, попробуем сюда еще раз ломануться. Может быть, теперь можно пройти? Нет. Да вы чё, блядь? Но приближение нам не зря дали, поэтому ну, давайте-ка попробуем им воспользоваться. Да что, блядь, мне тут мешает-то пройти? Понаставили всякой хуйни. Там какая-то дырка есть, может, в нее надо посмотреть? О, пикнуло что-то. Теперь-то можно? Вот, не люблю, ребят, хоть убей меня, не люблю я вот такие вот игры, где нужно ходить туда-сюда и пытаться, блядь, что-то где-то там найти. Нет, опять хуй, дверь закрыта, опять ничего не происходит. Я не понимаю, в чем прикол, в чем смысл, блядь, этой игры. Просто как мудак ходишь по одному и тому же месту в течение 10 минут и пытаешься, блядь, что-то найти. А вот, кстати, и фонарь, может, этот я могу взять? Может, он мне куда-то указывает, что я должен взять? Ключ! Маленький мерзавец. Ага. Все, я понял. Благодаря этому приближению мы можем подбирать предметы. Так, ну здесь замка никакого нет. Значит, это ключ от верхней двери. Кто-то в покер играл. Туз лежит. Кто-то потерял, видимо, свое очко. Ну, пробуем.
Во, другое дело. Только я тебя умоляю, ты этот ключ вытащи, блядь, из двери, возьми с собой, он наверняка нам еще пригодится. Чтобы я вот так вот Здесь же не было двери. А, это та самая дверь открылась. Еще, блядь, заслон тут мне выломал, сломал, блядь, все трубы. Алло, сейчас затопит нахуй. Я, пожалуй, сразу пойду наверх, ну его к херам. Разбираться, кто это, зачем это. Я сразу, пожалуй. Ключ тем более есть. Давай, удиви меня. Да? Я действительно был сейчас удивлен. Мы сразу прошли. Ну а все правильно, что скример поймали, хватит. А вот теперь мы должны, наверное, что-то сделать. Но я изменений никаких не вижу. Газеты тут убрали со стены. Вроде бы ничего не поменялось. Хотя в темноте трудно что-то различить. Все те же самые карты. Но это очень странно. Если мы будем вот так вот по кругу ходить и абсолютно ничего не будет меняться, это ненормально. Хорошо. Пойдем обратно. Я пытаюсь услышать какие-нибудь звуки, чтобы понять, может быть, мне нужно к ним идти. Так, открылось стекло, открылось окошечко, но ничего нам не дали. Ну, попробую еще ломануться. Опять хуй. Так, хорошо. Может быть, что-то все-таки здесь выпало? Давайте мы внимательно посмотрим. Зачем ты открылась? Что тебе надобно от меня? Блять, ну где-то должен быть ключ. Дверь закрыта, как и в первый раз. Соответственно, мне нужен ключ. Ключ, ключ, ключ. Ага! Вот ты какой мерзавец. Хорошо. Конечно, в таких играх есть своя определенная атмосфера и бывает, конечно, жутковато. Но сам вот этот вот геймплей, он мне неприятен, мягко говоря. Он хорош, когда его, знаете, немного. Спокойно, блядь. Опачки, нихуя себе. А что это у нас там за кракозябра такая? Дайте-ка я пилу возьму на всякий случай. Сука, нельзя, да? Ну пойдемте, я пойду по левой стороне, тут как бы есть диван. Может, я бы за ним как-то спрятался? Раньше этой лампы здесь не было. Ну и уходим тогда. Сваливаем. Походу, эта женщина, она и находилась в этом подвале, там запертая. Чё ей только от меня надо? Дура, это ж не я тебя закрывал, чё ты меня тут пугаешь? Я вообще оказался здесь случайно. Просто, блядь, решил ролик записать. Инди-хор. Блядь. Что-то как-то стрёмно. Воды, смотрите, здесь все больше и больше становится. Я говорил, сейчас затопит нас. В пизду я сделаю потише. Нахуй надо.
И свечей, смотрите, становится все больше и больше. Что это, блядь, за романтик мы тут решили устроить ей? Идем обратно. Где-то что-то должно произойти и должен появиться ключ. Дамочка! Покажитесь, пожалуйста. Только медленно, я вас умоляю, не надо резко, блядь, и на пол экрана вылазить. Сердце-то оно не железное. Опачки. Это знак? Это знак, что я должен... А, точно! Это был знак, ребята. Блядь! Так и знал! Ёб твою мать, я же сделал потише! Уходим отсюда. Как же медленно бегает наш главный герой, это просто пиздец. Старая кошелка, а? Смотри-ка, молодого тела захотела. Нихуя, сейчас я отсюда выберусь! Или нет? С каждым кругом становится все страшнее и темнее. Ой, кто же ультрафиолетовый свет пошел. Это больше похоже на сцену для съемок фильмов для взрослых. Ну, смотрите, воды-то сколько стало. Все, валим отсюда сразу. Я даже блуждать нигде здесь не буду. Просто сразу убегаем отсюда. Я понял. Да-да. Белый свет, ну так скажем, нормальный, адекватный, он подсказывает, куда нам нужно идти. Вроде бы как. Пиздец, воды уже по пояс. Ну все, следующий круг, нам уже воды будет по горло и как бы все хорош. Кто-нибудь нам вообще расскажет, что, блядь, здесь происходит или нет? Дергай. Дергай, блядь, там уже бабка идет за мной! А, сука, закрыла меня здесь.